Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот томатов очень много, но всего несколько лет назад я узнала, что, оказывается, каждому из нас по знаку зодиака рекомендуется кушать, ну как, свои томаты. Вот, например, у меня весы, я почитала, что мне нужны именно желтые и оранжевые томаты, но я действительно их люблю. А вот, например, у меня муж рыбы, и томат нарисован здесь, вот похож на бычье сердце розовый. Он действительно любит такие томаты. Я сейчас, вот у меня есть несколько знаков. Я прочитаю те, которые я взяла для себя. Я все не стала покупать. Может быть, кому-то из вас этот знак зодиака подходит, и он узнает, какие именно томаты он должен выращивать для себя, и они будут полезны именно ему. Серия называется «Томатный гороскоп. Созвездие Весы». Вот это мой знак зодиака, поэтому я выбрала. Томат крупноплодный, новинка. Весы – знак сбалансированности, умеренности и гармонии. С точки зрения здоровья им вредны кислоты, уксус, цитрусовые. Ну это да. Предполагаемый сорт с крупными желтыми плодами не только эстетически красив, но и максимально соответствует диетическим требованиям, благодаря низкому содержанию кислот. Урожайный среднеранний сорт для закрытого грунта. Растение высотой более 1,5 метра формирует до 5 кистей с крупными оранжево-желтыми плодами массой до 700 грамм. Плоды мясистые, салатного назначения, рекомендуются для детского и диетического питания. Мякоть и стенки томатов плотные, что обеспечивает хорошую лёжкость плодов и устойчивость к гниению. Урожайность сорта составляет до 10 килограммов с квадратного метра. При сухости в теплице могут опадать завязи. При высадке в грунт на 1 метр 3 растения и в 1-2 стебля с подвязкой. Вот это... Сейчас. Извините, телефон. Вот это краткий обзор томата созвездия Весы. И вот все, что там, как я вот могу подтвердить, да, действительно, у меня повышенная кислотность, и я больше люблю оранжевые вот такие сладкие томаты. С красных у меня начинается изжога. Так что, если у кого-то созвездие Весы, рекомендую. Я в этом году посажу, все испробую на себе, и потом вам скажу. До свидания.